Доброе утро, ребята! Сразу с лета начинаем. Попробуйте угадать, где я сейчас на данный момент нахожусь. Даю вам 3 секунды. Давайте. Раз, два, три. Угадали? Написали в комментариях? Молодцы. Лайк поставь. Здорово. Воу. Я в Киеве нахожусь. Вот там. Ладно, ребята, я пошутил. Да, я сегодня приехал в Киев только что. Сейчас я буду заселяться в костел, и потом уже посмотрим, что из этого будет. А так я приехал сюда, будем наваливать вам жесткий паркурчик, руфчик, я не знаю, что еще будет и так далее. Сегодня будет обычный вложик, а уже завтрашнего дня пойдут вот эти уже разносы, разлеты, все вот это, короче, будет очень годно. Будет классный паркурчик, будет руфчик и так далее. Я много повторяюсь. Сейчас иду в свое любимое метро, оттуда уже поедем в костел, так что полетели. Это было круто? Я просто пробежал оттуда до сюда. Это круто? Все, ребята, как-то так, я уже заселился в хостел, уже выспался. Нас, конечно же, тут 6 человек будет, обидно мне очень. Моя кровать сверху, вот она. Ребята, скажите, пожалуйста, где вы любите спать, сверху или снизу? Я предпочел бы здесь, потому что тут можно упасть, здесь подниматься, а если кто-то будет спать, то подниматься я могу разбудить и так далее. Я бы предпочел бы здесь. Где вы, пишите в комментариях. Давайте сделаем сейчас маленький рум-тур, но посмотрите, какой здесь прикольный вид, вот это по-русски, вид, да, вот так вот, view, вот так вот. Так что погнали, вот наша комната большая, это 6 человек здесь будет. Я, привет всем. Дальше у нас тут есть душ, вот такой вот, неплохо, да? Сейчас я еще немного отдохну, поем, а потом уже пойдем в центр встречаться с ребятами. Будем гулять, и может быть даже сегодня навалим паркурчик, я не знаю, я сегодня хочу со всеми встретиться, даже с другими блогерами. Да что ж такое? Джокер, ты что делаешь? Так, ребята, сейчас мы идем уже в центр, должен я там встретиться с ребятами, но я не знаю точно, если они придут, и я им написал, что я сейчас буду, но кто их знает, я сейчас попробую еще пополнить себе счет, чтобы им можно было позвонить. Вы посмотрите, какая погода сегодня. Пожалуйста, я хочу, чтобы она была такая всю неделю. Если вы сейчас смотрите это, я буду вам передавать эти эмоции. И также не сидите дома, идите прыгайте, что-нибудь делайте. В такую погоду просто надо гулять или тренить, я не знаю. Пишите в комментариях. А так мы погнали на паркурчик, я не знаю, куда-нибудь, погнали. Все, я уже здесь на Майдане. Вот, уже Майдан не залазился, опять эта статуя, опять вот этот купол и так далее. И да, кстати, спойлер такой, я вот, видите вот это здание? Я туда залазил, вот сейчас вам будет этот кусочек отрывок, как я залазил. Переходите по ссылочке в описании, полный видосик с того момента, как мы лезли с Ковалевским, было зачетно. Ребята, тут слишком громко, но смотрите, я еще встретил ребят. Здесь с нами Волч. Эй, привет! Да, и еще один. Привет, Мартин, можно так сказать. Привет всем, мы случайно встретились, но я очень рад, что мы все, пьяцы. Тут вместе, это классно. Я сейчас не знаю, что здесь происходит, здесь просто бардак. Я пришел, и тут мне уже ребята заказали вот это, хотя я не просил, я не знаю, кто это делает, это Magic. Все, кто кушает с нами, приятного аппетита, и нам приятного аппетита, а мы начинаем. Так что погнали, это классно, Киев. Все, ребята, маленький ребенок купил свою игрушку, вот. Магазин Декафлон, это не реклама, это классный просто магазин. Вот мои календжи, наконец-то я их купил, вы видите их? Все, теперь я смогу нормально тренить. У меня есть еще вот это, вот эти педали, видите? Но теперь у меня есть скоростные педали, я смогу
бегать лучше, прыгать лучше и будет мягче. Спасибо за то, что посмотрели этот влог, какой-то странный был. Завтра будет очень классный влогик, мы пойдем лазить, повсюду будут руфы, паркурчик. Я очень надеюсь, также я очень хочу завтра посетить два зала. Так что с вами был Николас и Настя. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Ла-ла-ла-ла-ла, я много говорю. Все, всем удачи, всем пока.